Безопасность Барнаульского аэропорта проверит глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Руководитель прибудет в Сибирь, чтобы лично проконтролировать работу воздушных ворот и общественного транспорта в краевой столице и Новосибирске. Этот рейд был запланирован давно, но в свете последних событий приобрел еще большую актуальность. Напомним, вчера во время посадки пассажиров авиарейса Барнаул-Москва рухнула верхняя площадка трапа. Шестеро человек упали, трое из них госпитализированы. У одной пострадавшей несколько переломов, у другого перелом со смещением, возможно, ему понадобится операция. Предварительно причиной обрушения трапа стал износ элементов его конструкции, хотя трап регулярно должны осматривать сотрудники аэропорта. Также глава Общероссийского объединения пассажиров проверит городские и междугородние автобусы, такси и ЖД-вокзал в Барнауле и Новосибирске. Моя задача – донести позицию пассажиров, которые ежедневно пользуются общественным транспортом в Новосибирске и Барнауле, до органов государственной власти, так как фактически подобные площадки отсутствуют, и транспорт развивается без учета со стороны общественности. Кроме того, в рамках визита Зотов презентует проект по борьбе с нелегальными перевозчиками. В краевую столицу он приедет в начале следующей недели.